Управление по физической культуре и массовому спорту проводит акции, посвященные Всемирному дню здоровья с 1995 года. За 20 прошедших лет количество культурно-спортивных акций, мероприятий и вообще подобных событий значительно увеличилось. В этом году они пройдут в период с 30 марта по 30 апреля. Это и физкультурно-оздоровительные, и спортивно-массовые, и просветительские мероприятия, ставшие уже традиционными и успевшие полюбиться рязанцам. Можно принять участие спортивными коллективами, коллективами трудовыми, можно принять участие командами от СМИ. Мы предлагаем вашим коллективам поучаствовать в здоровом образе жизни, собственным примером показать, что это нужно для каждого. В 12 часов 7 апреля у нас состоится открытие реконструированного, приспособленного помещения. Для нас это очень хороший новый спортивный зал, который позволит заниматься не только детям здоровым, но и детям с ограниченными физическими возможностями, настольным теннисом, легкой атлетикой, тренажерном зале, а также боча. Это новый спортивный зал для школы «Орион». Мы приглашаем вас. Этот зал расположен по адресу Черновицкая, 27/3. Мы вас приглашаем и ждем там. В рамках месяца здоровья и спорта запланировано 63 мероприятия по линии физической культуры и спорта, участие в которых планируют принять около 10 тысяч человек. Среди них учащиеся школ, спортучреждений, студенты, ветераны, детсадовцы и другие. Более подробную информацию вы можете узнать на сайте администрации города и на рязанских интернет-порталах.